Муфтият Республики Дагестан в честь священного месяца Рамадан организовал коллективный ифтар для руководителей республиканских средств массовой информации. Мероприятие своим присутствием почтил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. На дружеский ифтар были приглашены советник главы республики Тамара Чиненная, начальник управления администрации главы Республики Дагестан по информационной политике Рашид Акавов, министр информации и печати региона Умар Осман Гаджиев, руководитель пресс-службы главы Республики Дагестан Низами Гаджибалаев, представители теле- и радиокомпаний, печатных и электронных СМИ. В качестве модератора выступил известный ведущий Амар Амаров. Участники ифтара поблагодарили муфтият за организацию встречи, а также отметили, что подобные площадки – это прекрасная возможность пообщаться с друзьями и коллегами, обсудить самые актуальные вопросы информационного поля. Сегодня, особенно сегодня, очень важно слово духовного лица, очень важно слово духовного лидера. Не менее важно слово журналиста, потому что за каждым из журналистов есть люди, которые слушают радио, смотрят телевизор, читают газеты. И от того, каким образом мы будем принимать участие в сегодняшней активной жизни республики, очень важно, насколько будут эти действия успешны. Я лишний раз хочу поблагодарить организаторов за столь, соответственно, масштабное мероприятие, которое объединяет и нас, журналистов, поблагодарить в первую очередь муфтия за то, что такую значимость придает нашему труду, придает труду именно журналистское сообщество. Большое спасибо. Когда открываешь Коран, любовь наполняет тебя, в сердцах укрепляет иман. Коран, что Аллахом нам дан. Манасу праздник, это праздник светлый, чистый. Очень хотелось бы, чтобы друг друга берегли, друг друга бережно относились. У нас на носу 9 мая, тоже светлый праздник, праздник победителей. Мы нация победителей, конечно, мы и ковид победили, и все остальное победим, но надо друг к другу бережно относиться. Как сказал Рашид Абитович, ифтар объединяет, я бы сказал, Рамадан объединяет. Пусть Рамадан объединяет нас не только в течение там, одного месяца, но и целый год. Всем добра, всех благ, всего самого наилучшего. В прошлом году вместе с вами переживали и даже выходили в прямой эфир с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, где вы показали больше всего озабоченность за то положение, за то состояние, которое мы все вместе переживали в нашей республике. Очень приятно, Ахмад Афанди, что вы нас собрали, чтобы мы еще раз встретились, потому что на самом деле вот я многих здесь вижу, которых давно не видела, мне очень приятно оказаться с ними в одном зале. Пожелаю вам всем, чтобы в этот месяц Рамадан Всевышний принял все ваши посты, все ваши благие деяния, все ваши намерения и вознаградил вас всех своим довольствием. Аминь. Я на колени падаю смиренно, в ладонь скатилась горькая слеза. Большое спасибо, уважаемый Ахмад Афанди, за приглашение. Есть русская пословица, у нее и арабский аналог есть, не оскудеет рука дающего, говорит, Всевышний всегда дает тому, кто помогает окружающим и собирает на такие благие мероприятия. Спасибо. После наступления времени вечерней молитвы гости приступили к трапезе.